Силовое вторжение в офис издания «Голос Республики». Сегодня группа судоисполнителей буквально ворвалась в редакцию, которую пытались отстоять немногочисленные ее сотрудники. Эта картина выглядела совсем не так, как обычно представляют ее обществу государства. Впрочем, предлагаем посмотреть кадры захвата офиса без наших комментариев. Снимайте быстро, под ногами! Снимаем, снимаем! Выйдите отсюда! А, руку зажали! А, сломали руку! Вы что творите? Что делаете, ребята? Женщины, а? Мама, что делаете, а? Да вы что? Кнопку тревожную нажимайте! Нажимайте кнопку! Где? Где? Нажимайте кнопку тревожную! Все, все, мы проверим. Почему вы проверите? Все нормально. А что же проверить? Я уж, а? Без понятых здесь никого не снимают. Они обыск проводят. Они фактически без санкций проводят отпуск. Из магазина посмотрите, чтобы были свидетели у нас, которые не предъявили. Давайте офис. Да можно же открыть офис. А где, у кого? Что там, братан? Кто там вообще? Вы вор? Вы удостоверение покажите свое, вы кто? Вы вор. А, подождите. Вы государственный служащий? Да, я вам покажите удостоверение. Я вам показал. Покажите. Я вам показал. Нет, не показали. Без понятых. Покажите удостоверение свое. Удостоверение покажите. Что, мы вызвали нашу службу? Она вам скрывает. Хорошо, побудет. Действие все происходит без понятых. Вот наглым образом ворвавшиеся люди, непонятно кто. Вообще вот эти вот люди, непонятно кто это, бандиты какие-то. Они какие-то бандиты. Они ворвались, не представились. Осуществлен выезд, в ходе которого установлено, что квартира расположена по адресу город Алматы, улица Отпаева. Дом 2, офис 17, были обнаружены следующие газеты. Газета «Голос Республики» за номером 46-266 от 23 ноября. Количество 10 штук. На основании исследования составлена настоящая акта. Распишитесь, понятые. Я не буду ничем расписывать. Нет, понятые.